Всем привет, меня зовут Вика, и в этом видео я хочу показать, что будет, если смешать 100 разных оттенков гель-лака. Чтобы в этом эксперименте после смешания цветов получить конкретный цвет, я решила не брать гель-лаки с шиммером и прочими спецэффектами. Если честно, я и не думала, что в моей коллекции есть больше, чем 100 оттенков, так как я никогда их не считала. Хотя две полки, полностью забитые разными флакончиками, говорят об обратном. В принципе, можно было и догадаться, что их больше, чем 100. Сейчас мы уже примерно на середине, и на моей палитре уже почти 50 гель-лаков. Мне уже побыстрее хочется узнать, какой же цвет получится в итоге. Интересно, у вас есть какие-то предположения? Буду рада почитать ваше мнение в комментариях. Судя по этому разнообразию цветов, должно получиться что-то красивое. А может и нет. Буквально недавно в своем ТикТоке я выкладывала видео, в котором смешиваю все свои втирки. Получился холодный розовый оттенок. И смотрелся он довольно-таки симпатично. Я очень надеюсь, что в случае с гель-лаками получится далеко не хуже. Мы уже близко к решающему моменту. На палитре уже почти 100 гель-лаков. И вот я начинаю смешивать все оттенки. Зрелище это, конечно, завораживающее. Вы только посмотрите на эти разноцветные узоры. Все это стоило затеять только ради этого вида. Если честно, чем дольше я смешивала, тем больше понимала, что цвет будет не очень. Но вы только посмотрите, что это за гэ. Кто-то может сказать, что это серый, кто-то может сказать, что это что-то серо-буро-малиновое. Малиной здесь и близко не пахнет. Это, скорее всего, пыльная роза. Я недовольна от слова совсем. Такой цвет мне не нравится, маникюр бы я такой себе точно не сделала. А что думаешь? Ты поделись своим мнением в комментариях и подписывайся на мой канал.